ФСБ России по Саратовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 291 Уголовного кодекса России. Так, злоумышленник инициативно обратился к оперуполномоченному ФСБ, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, с предложением за денежное вознаграждение дать незаконные указания сотрудникам территориального отдела Нижневолжского МУГАТа по Саратовской области не возбуждать в его отношении административное производство по факту нарушения правил перевозки, в частности, нарушения габаритных параметров автомобиля. Действуя в рамках законодательства, оперуполномоченное управление доложил о поступившем предложении коррупционной направленности руководству и после передачи взятки, проводившейся в рамках оперативного эксперимента, иностранец был задержан сотрудниками подразделения собственной безопасности. Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова СУ СК России по Саратовской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 291 Уголовного кодекса России.